В сентябре 2020 года Галине Матиашвили, заместителю директора по воспитательно-методической работе Центра развития ребенка «Березка», присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани». Путь в педагогическую профессию начался с детской мечты. Она всегда хотела учить детей. Сначала это были куклы, которых Галина рассаживала по стульчикам, давала им задания, кормила и одевала. А потом это стало профессией. В 1968 году она пришла работать в детский сад. Нянечка, воспитатель, старший воспитатель, руководитель дошкольного учреждения. 52 года пролетели, как один день. На сегодняшний день она продолжает трудиться в детском саду номер 15. 10 лет я работаю здесь, в этом детском саду. В мои обязанности входит это помощь воспитателям. Помощь воспитателям. Я разрабатываю программы. Но все то, что я накопила за свой многолетний опыт, я передаю сейчас молодому поколению, своим девочкам. Профессия воспитатель очень многогранная. Этот человек должен петь, танцевать, музицировать. Но самое главное – это умение передавать свои знания другим людям. Галина Викторовна – человек большой, имеет педагогический опыт, опытный работник, помощник, не передать словами. Галина сравнивает воспитателя с садовником. Цветок получается прекрасным, если в него вложили всю душу, всю любовь. От качества работы садовника зависит то, какое растение в итоге получится. Галина Викторовна – очень уважаемый и отзывчивый человек. Это педагог с большим опытом работы. Она в любую минуту готова прийти на помощь. Наш коллектив очень ценит ее как человека, как педагога, как наставника. И можно с уверенностью сказать, что Галина Викторовна вырастила изумительный по красоте цветущий сад.